Какими бы тернистыми путями ни шел человек, если в итоге этого пути опыт и мудрость, то все было не напрасно. Жизнь можно представить как мозаику, собранную из фрагментов событий, происходящих с тобой каждый день. Ее грани – это то, чем каждый из нас наполняет свои будни. Насыщенность ее цвета – это умение радоваться и быть счастливым не только по крупным поводам, но и умение быть сопричастным к красоте и счастью других. Если ты умеешь радоваться простому, то это маленькое счастье дает небольшое цветное стеклышко для твоей мозаики. Каждый день, просыпаясь, мы обретаем 24 совершенно новых часа для жизни. Это бесценный дар. Как здорово, что в моем окружении есть люди, во власти которых привнести в мой мир личный праздник, красоту и радость. Люди, способные подарить и разделить свое время с тобой, делая эти часы жизни особенными. Мир существует здесь и сейчас, в нас самих и во всем, что мы видим и делаем. Дарите себе больше минут радости каждый день и окружайте себя людьми, которые делают вас красивыми и счастливыми.